Окей. Привет, друзья. Привет. Мы сегодня собрались для чего? Правильно, для того, чтобы поиграть в замечательную игрушку Marvel Spider-Man, которая выходит на самом деле завтра, но у нас есть эксклюзивные права и возможность, чтобы поиграть в нее сегодня. Рад вас видеть, ребятки. Надеюсь, у вас хорошее настроение. Надеюсь, вы выспались после вчерашнего марафона по Horizon Frozen Wilds. Я уже половину стримов загрузил. Но ладно, не о них. Не о них сегодня. Я очень счастлив видеть вас всех в чате, ребят. Привет. Будем проходить Spider-Man на высоком уровне сложности. Будем открывать все костюмы. И по большей степени это все, что вам нужно знать. Начнем, конечно же, с сюжета. Через 4 минуты шлагбаум возможности откроется, и мы рванем в игру. Привет, Ксандерчи, привет, Катамидзе, привет, Понтифик, привет, Дарамир, привет, Ахтунг, привет, Аннананки, Вайлон Вульф, привет, Пуня, привет, Дракул Нейдж, здравствуй, Миллиган, привет, Старолег, привет, всем-всем-всем привет, Никит, привет, Драгон Дрим Твич, который, привет, Гаррет Мастер Тиф, здравствуй, Екатериночка, здравствуй, Мистер Крейзи Сержен, привет, Кепел, здравствуй, душа сердца пацана, привет. На последних стримах у нас появился новый смайл Рейдж. Еще никто не отписался, поинты не убавились. Вообще какая-то мистика происходит. Я очень рад вам, ребят, очень вам рад. Спасибо большое, также спасибо, конечно, за то, что приятно встретили ролик по Спайдермену, который на Ютубе уже висит. Ну что, я надеюсь, все обвешались, обмазались. Я поставил на зарядку геймпад, но вы понимаете, да, с поднятым сраным этим геймпадиком кверху. И он не зарядился, потому что свет нахер вырубили, пока я спал, консоль была выключена. Поэтому, скорее всего, возможно, в процессе прохождения мы опять перейдем на Евин геймпад. Это как бы нормально. Серхи Гоби 50 рублей закидывает сразу. Димон, привет, до сих пор вспоминаю фразу: «Эй, паучок, лови пирожок». А ты помнишь, откуда это? Слушай, нет, не вспомню сейчас. Столько за мои года фраз было произнесено и мной, и слышал я очень много таких. Сейчас, к сожалению, не вспомню. Ты напомни, буду знать. Из наших возможностей обычных, стандартных, на стриме будет все открыто и доступно, кроме... естественно, заказа музыки на YouTube, ребята, на YouTube. Пойдут записи по 2 часа, поэтому я буду каждые 2 часа стопать. 2 с лишним часа, чтобы записи обрабатывались легко и быстро. И чтобы с загрузкой не было никаких проблем, потому что длинные записи грузятся очень-очень томно. Итак, у нас 1 минута до старта, даже меньше. Усаживайтесь, пожалуйста, поудобнее. Приятного вам аппетита, хорошего вам настроения. Вообще всего-всего самого замечательного. Вот мне сразу пишут, что аккумулятор разряжен. Ну как вообще? Как вообще жить? Как? Ах ты ж, бляха-муха просто. Звукоустройство. Можно выключить его, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Благо. Благо у нас есть. Благо у нас есть Евин геймпад, если что. Я его и подключил. Ну чего? Повторюсь, всем приятного просмотра. Всем хорошего настроения, господа. Игрушка достаточно громкая, я ее буду немножко тише делать. Погнали, понеслась. Ну, как видите, у меня здесь очень много всего. Я удалю вообще все. Та-та-та-та-та. У меня не было времени проходить игру. Многие уже прошли ее и заново сейчас будут проходить. У меня, к сожалению, не было столько много времени свободно, но я рад, что я именно с вами получу сейчас свежие впечатления об игрушке. Я только знаю, что я пробовал на потрясающем уровне сложности играть. Я знаю, что это достаточно сложно. Этот режим подходит для тех, кому нравится драться, враги в нем становятся сильнее и агрессивнее. Вообще в этой игре изумительный уровень сложности дает прикурить. Но мы будем играть на потрясающем. Наш Человек-паук будет потрясающим Человеком-пауком.
Спасибо тебе за все, мистер Крейзи пишет. Спасибо тебе, мистер Крейзи Сарегон. 50 рублей, спасибо. Брода, ты бро, еще 1000 рублей. Ни хрена себе, вы бахаете, что ли? Ё-моё, мы так не начнем. Брода, ты бро, 1000 рублей. Spider-Man, Spider-Man. That's whatever, Spider-Man. Spins a web, any size. Cash is just like fleece, look out. Я не знаю английского языка. Но точно знаю, что ты опять залетаешь в топчики, братан. Спасибо тебе большое. Ай, хватит базарить, сейчас мне надо что-то тут писать. Усаживайтесь пока, ребята, расслабьтесь. Если вы выбрали мой канал, знаете, это будет очень-очень неторопливое прохождение. Субтитры я, конечно, включу, режим прослушивания я включу, наушники. Понеслась? Да, ребята. Бисмарк Пауэра был ресап. Бисмарк, спасибо большое за ресап. Спасибо. Не было оповещения почему-то. Началось. Я буду себя выключать на заставках. По мере возможности. Вот как сейчас. Все. Люблю, целую. Обнимаю. Приятного просмотра. Направляйтесь к башне Фиска. Фиска? Господа, вот и Спайдермен. На этом моменте, когда я только запустил игру, я охренел. Как же здесь здорово и круто реализовано. Вот самое важное, что может быть реализовано в играх про паучка. Это, конечно же, перемещение на паутине. R2 раскачка. X отпрыгиваем. X цепляемся. Ой, здесь так много анимаций. Но все еще ждем ордера. Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я этого 8 лет ждал. Правда, хочешь помочь? Отправляйся на Таймс-сквер. Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Понял. Будет сделано. Но вы это видите, да? Это просто охренительно, как по мне. Здесь реализована возможность быстрого путешествия по городу. Нью-Йорк тут достаточно обширный и большой. Но я, если честно, даже не знаю, будем ли мы пользоваться им. Маркер, где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да, простите, да. У меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. Все сделаем. Эта миссия, в принципе, она входная, такая обучаемая, обучающая.
И она длится недолго. Полчасика. Мы уже будем у доктора. Нам нужна помощь! 10.32, таймсквер, мы тут под обстрелом. Пора пробивать. Смотрю, порцию тяжких телесных. Я смотрю, вы балдеете уже от того, что происходит. Значки паучьего чутья, мигающие над головой, предупреждают вас об угрозах. Заметив такой значок, готовьтесь уклоняться. Файты здесь, конечно же, перекочевали из Бэтмена. Это нормально, это хорошо, это лучшее, что может быть. Здесь, в принципе, в Спайдермене нет ничего нового. Имейте в виду, здесь старые, добрые, узнаваемые из многих игр элементы, но выкрученные на максимум и с душой выполнены. Это очень круто. Сказывается на геймплее. Вот мне бы еще лещей не получать. Было бы замечательно. Ха-ха, зараза, увернулся как бог просто. Вы видите, да? Вы видите эти чудесные анимации? Это же еще не все, это только начало, ребят. А уже... Мне это не нравится. А уже какое разнообразие. Нанял немало ребят. Я, кстати, Вова не даст соврать. Вова, привет, это брат мой. Он видел, как я страдал на максимальном уровне сложности на босс-файте. И мне кажется, что мы с вами тоже настрадаемся. Опа. Человек-паук, как ситуация? Я почти закончил. А вы? Мы сейчас начнем. Скоро буду. Не терпится увидеть, как ты защелкнешь на Уилле наручники. И, конечно же, да, верхний геймплей тоже имеется. Да все тут есть. И все кайфово. Так, Юрий, готово. Что происходит? Юрий? Юрий! А ну-ка, полетели, посмотрим. Да, Борода, ты сказал, ну его нафиг, эти быстрые путешествия. Здесь действительно очень крутые перемещения. Самостоятельно от паучка. И опять же, чуть дальше подбавится еще анимации. Я вам все покажу. Пришлите еще людей и закройте небо. Юрий, ты как? Если он выберется из здания, не поймай. Ну, я тогда... Начинай. Да! Время пришло, Вилли! Берегись! Эй, ты куда это? Лови! Я расчищу путь, за мной! Уходи, паук, мы сами справимся! Тише, братан, тише. Ну давай, ладно, он не хочет, чтобы я этим воспользовался. Но вы уже не справились. Кто здесь делает, человек-паук? Он же все испортит. Окружение, конечно же, можно же брать паутиночкой, бросать это все. В злодеев, которые наконец-то не выглядят как картонные ублюдки. Картонами здесь выглядят люди в городе. Ну, вы могли по монтажику увидеть, что с людьми и, в принципе, с городом здесь не все, слава богу. Иди сюда. Кому это ты больно обещал? Прижмите его наконец.
Повторяю, это только начало. Сейчас мы раскидаем этих ребят. Там подучат нас еще кое-каким элементом. Есть один минус в драк. Я чуть попозже о них скажу. О нем скажу. В этой игре есть нуар костюм. Да, есть. Здесь много костюмов. Мы будем их всех открывать, имейте в виду. Можете лечиться с помощью концентрации. Чем больше концентрации вы накопили, тем больше здоровья восстановите. Никакого автоматического регена на любом уровне сложности вам придется лечиться только с помощью концентрации. Это, по-моему, тоже очень круто. В каких-то таких моментах я, естественно, выключать ничего не буду. Эй, привет, ребята. А, закончили снаряд. Тише, тише. Я тут. Вы это видели? Я отпрыгнул от одного парня. А это видели? Ну, бешеная анимация. Это ведь только начало, я повторюсь. Он же ведь еще и прокачиваться будет. Тут такое иногда симулируется, что просто рот открываешь и охереваешь от происходящего. Йоу. Вперед, вперед! Они вырубили лифты! Лестница! Я предпочитаю более прямой подход. Да, да. Не знаю, кстати, зачем я выключил сейчас это все. Прямой подход, ребят. Человек-паук, как там? Поднимаюсь потихоньку. Бегу я с помощью R2. Не включит лифты. Наши вертолеты под обстрелом. Фиск расставил своих бойцов на всех этажах. Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. Найду его и покончу с этим. Рано. Мы перехватили их разговор, они чистят серверы с данными. Нам нужны доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная. Звонок от Мэй. Лучше отвечу. А, привет, Мэй. Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Хотела напомнить, что завтра вечером у нас ужин. Точно. Слушай, у меня тут... Хорошо. Люблю тебя. Я тебя тоже. Ох, ты ему больно. Видели, парень упал? Вообще, паучок не про убийство. Паучок всех оставляет живых. Еще пафосно так прокатился сверху. И вот я не знаю насчет зданий, падают ли они вниз полноценно или нет. Но... Сейчас, подождите, подождите. Подождите, я сказал. И как это может хорошо закончиться? Но если с крыши сбросить противника, то сработает внизу где-то метров через 10 падения свободного этого парня. Сработает какая-то приблуда от паучка, которая прицепит противника к зданию паутины. Ну, то есть он, типа, как бы не насмерть ни хера падает. Это, по-моему, очень круто. Вот он и плюс, и минус драк. Я сейчас его показал. Треугольник, кружок. Это такое крутое добивание противников. Плюс заключается в том, что где бы ты ни был, как бы паучок к противнику не находился, с воздуха, снизу, слева, справа, сбоку, с косяков, неважно, нажимай треугольный кружок, анимации хватит, чтобы показать очень крутое добивание. Но, к сожалению, это добивание только на одну цель. Никак нельзя прокачать паучка так, чтобы это добивание работало, допустим, на 2 или на 3 или на 5 противников. Это плохо. Надо так. Проникнуть по-тихому. Конечно вот же надо. Вот и способ. Нормальные герои всегда идут в обход. Но это такое. Бандит, типа, если хотите придраться. На удивление чисто. Быстрее! Босс приказал все стереть. Я не могу ускорить удаление. Привет, братан. Они такие милые, когда беспечные. Это на самом деле было не обязательно. Нам просто показали возможность. Опять же. Это техподдержка. А на деле мы будем драться. Вот так. Спасибо большое, Понтифик. Я обязательно прочитаю, как только у нас будет. Ух ты ж, бля. Даже для сисадминов слишком грубые. Как только у нас будет свободный какой-то момент для чтения, я обязательно прочитаю твое сообщение. Спасибо. Донаты, как всегда, согревают, да? Костричком. Ой, иди сюда.
Все, отправили в полет, пацаны. Надо попытаться спасти хотя бы остатки данных. Посмотрим, как у них с безопасностью. О, нет последнего обновления. Прячешься в серверной? Какой трус. Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Глупый мальчишка, жизнь тебя так ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Проклятье. Выломайте дверь, живо! Да чтоб вас, да? Прикройте вот меня только его. Сейчас учат. Использует квадрат на максимум, так скажем. Посмотри вокруг! Это все создал я! А чего в своей жизни добился ты? Какой, ну, однажды пафосный, я между делом, да? Задержал одного напыщенного криминального босса. Если я уйду, весь сброд этого города вылезет на улицы. И виноват будешь ты. Давайте раскидывать их таким образом. Ты славно потрудился, Фиск. Мне почти жаль тебя. Это только пролог. Что ж, перейдем к основному действу. Мне это нравится. Прицепили, пацаны. Юрий, взрыв только что... Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я высылаю саперов. Им никто не помешает. Конечно, люблю друг. Ну, кажется, я приноровился более-менее к дракам, потому что, знаете, первый раз, когда я начинал играть, в нее были кое-какие проблемы, особенно учитывая, что я сразу на максимальном уровне сложности начинал. Тут каждый удар, как бы, это все, это дикая проблема. Эй, есть кто-нибудь? Ребята. А, дело в том, что, господа, что я, по-моему, сломал игру. Да, вот надо было убить людей внизу сначала. Эй, где вы? То есть нам правда туда, куда я прыгнул изначально? А, вот он. Кажется, это все. Да, видите? Типа не было триггера изначального. Упс. Вперед! Эй, вы! Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним. Мы найдем бомбы. В комби тут, походу, проще, чем в Бэтмене. В Бэтмене даже промазать нельзя было. Здесь тоже промазать нельзя. Да, здесь удары приклеены. Но не то, чтобы это просто делается. Сейчас спасем. Главное найти и крикнуть им: эй, выходите! Черт, я повторил шутку из монтажа. Не вылезти! Мы застряли! Ты посмотри, трехтонник просто я подниму. Прибил освободите. К земле. Убирайтесь. Помогайте тем, кто ранен, ясно? Им дико повезло. Дважды причем. Еще и спасать пришел Человек-паук. Офигеть. А, да нет, вы не потеряли, чат у меня на правом экране, я постоянно на него смотрю. Стрим загрузишь на YouTube записью. На архивный канал загружу, да. Ну, Уилли, я уже на подходе. Человек-паук, это Юрий. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Потому что он гений криминального мира, нет? Мне кажется, он все планирует заранее. Ребят, такой человек, если не будет планировать заранее свою неделю наперед, черт, хотя бы. Юрий, врачей сюда, умрет, срочно! Долго не проживет. Попытаюсь. Вот это тоже порадовало. Врачей сюда срочно. Типа, без нас у этих ребят в рации нету, да, чтобы врачей вызвать. Опа! Ложись! Не слишком ли большая игрушка для тебя, друг?
Забаловался и хватит. Вот так, вот и правильно, вот и правильно. Знаете... Еще ракеты! Опа! Это уж слишком, нет? Что? О! Сегодня что, день ракетчика? Я успел вернуться. Ему вряд ли понравилось. Да, нам по большей степени и плевать. Ну и как бы саперы смогли здесь пройти? Главное, что ты сможешь. Он здесь. За ним! Спокойно. У меня на всех хватит. Мне это нравится. Я уже даже знаю стратегию на прокачку на будущее. На одну прокачку, на первую. Да, чего? Абсолютно ничего не планировал. Эй, бойс. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед, мы пойдем за тобой. Эй, босс. Есть. Ну, господа, здравствуйте. Враги со щитами блокируют атаки спереди, но остаются уязвимыми сзади. Знакомые ребята? Знакомые. Потом еще будут ребята с электродубинками. Это как бы тоже нормально. Проскочили и со спины бахнули. Вы все это время спали с Фиском? А, у меня слишком богатое воображение. Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. Классный, по-моему, план. Вы видели, я прыгнул на него сначала, а потом еще и увернулся от выстрела сзади. Ах ты ж падаль. А, все? Все. Эй, Юрий, похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Быстро. С радостью. А вот и Фиска. Пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. А, ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. О, это мне не стоило! Да нет, не бойтесь. Ничего страшного. Что ты делаешь? Как, ну что, выигрываю тебя? Нужно просто залепить эти пулеметы и выкинуть их в тебя. Что такое, Уилли? Ты недоволен? Дальше будет сложнее, не проходил. Я тебя уничтожу! Ты уж постарайся! Вот мой момент. Вот на нем я, конечно, полно умирал. Ах ты ж мать. Вырубить его... Есть два варианта. Один... Залепить паутиной... И начинать бить. Ты умрешь, как жил, никому не нужным. Другое использовать. Постарайся. Вот эти штуки. Подручные. Ах ты ж, ё-моё, дядя. Успокойся, пожалуйста.
Это уже не первое прохождение. Мне нужно сделать это с первого раза. Думаете, все? Ни хрена. Ты виноват во всех бедах этого города! Я хотел сказать так про тебя. Вы знаете, что делать! Кружить! И вы знаете, что делать. Слава богу, эти ребята... не бессмертные. Не бесконечные, я хотел сказать. Слава богу, они не бесконечные. Он еще и разбивает. Он еще и разбивает самих себя. Своих же товарищей. Простите, мозг меня подводит. Почему? Потому что я спал 3,5 часа. Я сейчас на кофе чисто сижу. Ах, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сам справишься, говоришь? Кретины! Ну и где же подкрепление? Не знаю, босс. Копим, копим, копим концентрацию. Настырный гаденыш! Подожди, скоро все кончится. Ну все. Насчет поцелуя? Ладно, в другой раз. Ну хорошо же, прям. Ах! Если вы думаете, что все было сделано очень легко, знаете, я просто 2 раза проходил уже этот момент. Наконец-то едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе! 1 месяц! 1 месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Главарь отправляется за решетку. Конец эпохи. Такое стоит отпраздновать. Это охренеть как похоже на правду. То, что через месяц город утонет в бандитах, которых сдерживал Кингпин. Очень-очень похоже на правду. Мы получаем очко прокачки. Получаем 2-й уровень. Максимальный уровень в игре 50-й. Имейте это, пожалуйста, в виду. У нас 3 ветки, собственно, на прокачечку. Очки навыков даются за накопление определенного количества опыта. То есть мы ловим опыт на миссиях, прокачиваем уровни, бахаем новые перки. Мы также можем покупать костюмы, но костюмы покупаются за жетоны. Об этом чуть попозже. Жетоны получают вот внизу, если вы видите ресурсы. Они получаются за выполнение определенных дополнительных заданий. То есть, чтобы купить определенный костюм, нужно определенное количество жетонов за определенное задание дополнительное. То есть вы идете выполнять определенный тип веток, прям ветку целую заданий, получаете жетоны, покупаете костюм. Все здесь очень просто в этом плане.
Так, да, я готов прочитать донат, действительно, Понтифик. Спасибо, что еще раз напомнил. 50 рублей, Понтифик Салливан, лучший подарок на день рождения. Это твой стрим. Спасибо, бородатый владыка, ведьмак. Я хотел сказать, бородатый ведьмак. Ничего, всем бобра и приятного настроения. Чат, давай пожелаем Понтифику долгих лет. Счастливых впереди, чтобы, собственно, каждый день он кайфовал и радовался, как сегодня, если он действительно кайфует, радуется. С днем рождения, Понтифик Салливан, с днем рождения. Спасибо тебе большое за поддержку. Причем не только донатом. Между прочим, Понтифик очень огромный вклад вносит и в нашу группу ВКонтакте. Ребята, давайте поздравим Понтифика. Скажем все вместе. С днем рождения, спасибо тебе большое за то, что ты с нами. Так, ну что, насчет прокачки. Очки навыков. Понятно, выполняйте задания, убивайте врагов, чтобы зарабатывать опыт и получать дополнительные очки навыков. Да-да-да. Я решил, что я буду вкачивать сейчас вот эту ветку. Идеальное уклонение мне нужно на самом деле. А дальше я ничего не узнавал. Почему? Я уже сказал, времени не было. Давайте все равно прочитаем. Ветка инноватор. Что мы можем вкачать? Бросок на паутине. Удерживайте треугольник, чтобы захватывать и бросать определенных и пораженных током врагов. Их можно швырять в стены, а также в других противников. То есть чуваков, которые немножко остолбенели, либо в паутинке застряли, их можно бросать. Значит, ветка защитника. Идеальное уклонение. Это я читаю сейчас то, что мы сейчас можем прокачать. Нажмите на кружок, когда значок паучьего чутья посинеет, чтобы контратаковать врага броском паутины в лицо. Этот прием приносит дополнительную концентрацию. Очень удобная вещь, особенно в битве с огромным количеством людей. Вы можете уклониться и вырубить сразу из драки секунд на 5 одного человечка. Так, и еще удар с раскачкой. Находясь в воздухе, удерживайте квадрат, чтобы нанести удар с раскачкой и подбросить врага в воздух. Выглядит эффективно. Эффектно, точнее. Но вряд ли это будет так эффективно, чтобы мы этим пользовались на постоянной основе. По крайней мере, на старте. Вот это мне виднеется лучшим приобретением. Поэтому прокачиваем. Идеальное уклонение теперь есть в списке приемов. Отлично. Что мы дальше открываем? Идеальный удар. Нажмите квадрат в момент окончания атаки для получения дополнительной концентрации. Интервал уклонения. Увеличение длительности интервалов идеального уклонения и паутины контратаки, облегчающий применение этих приемов. Окей. Завтра, кстати, Day One Patch будет. Мы играем без Day One Patch. Тоже имейте в виду, пожалуйста. Day One Patch. У меня уже даже лог есть, что исправляет этот самый Day One Patch. Огромное количество всего и добавлений. Тут будет фоторежим, но он будет, допустим, завтра только после Day One Patch. Нажмите квадрат, затем удерживайте треугольник, чтобы взять врага в захват и бросить его в любом направлении. Вот бросок. Типа ударить, а потом... А потом уже подбросить. Быстрый прыжок. Возможность подтянуться на паутине два раза подряд без потери высоты. Но вот паутинная проща — это вещь крутая. Усиленный прыжок из точки вот имеется. Здесь, в принципе, вся ветка вот для передвижений. И все, что связано с паутиной. Это очень круто. Здесь у нас все с гаджетами, насколько я понимаю. Инноватор. Вот. А защитник — это всякая связанная сила и уклонением и прочим. Хорошо, будем дальше думать, что да как. Too lazy for this. Спасибо, Дима, за то, что будешь добивать игру до 100%. Я очень этому рад, так как все стримеры, которых я смотрю, играют только ради истории. Или посмотреть, можно ли спидранить эту игру. Еще раз спасибо. Ну, я буду открывать все костюмы. Не знаю уж, нужно для этого 100% прохождение. Но мы с вами будем наслаждаться игрой. Я буду кайфовать, как обычно. Совсем рядом, в паре кварталов. Смотри, что делает, а? Придется все делать самому. Оп. Не надо, это опасно. Оп. Оп. Ценю энтузиазм Дока, но иногда он перебирает с ним. Надо поспешить, пока он не покалечился. По-моему, это охерительно. Ах. L2, R2 притягивает тебя к точке, X нажимаешь еще, и он на точке эффектно отпрыгивает. По-моему, круто. А еще можно вот так вот. Воу! 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 Простите!
Простите. Немножко перестарался и упал вниз. Это нормально. Там внизу тоже побегаем, походим, потому что внизу тоже хватает чего интересного. За людьми смотреть, конечно, не прикольно, но там с ними можно пофоткаться, к примеру. А вот мы и на месте. Ах. Очень крутое перемещение, очень. Спасибо большое, Александрыч. Вчера МТС не дал мне попрощаться. Простите, опоздал. Донатом на стриме. Я прочитаю чуть позже. Спасибо. Вы начали без меня. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Гаситель колебаний. О, черт. А, может быть, отключить? Еще нет. Сейчас. Доктор Октавиус, вы в порядке? Опять неудача. Но почти. Пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Уверен, следующий этап... Не будем забегать вперед. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Но... Потом поговорим. Это бред какой-то. Как глушитель мог не выдержать? Да, док выгнал меня на выходной, но сперва разберусь, что пошло не так. Сейчас мы увидим, пожалуй, самую спорную часть игры. Кстати, я буду периодически включать рекламу, имейте в виду, примерно раз-два в час я буду это делать на таких моментах. Вот, допустим, сейчас включил на 2 минуты. Давай я прочитаю сообщение Александрыча. 150 рублей с оплатой комиссии. Вчера МТС не дал мне попрощаться донатом на стриме по Horizon. И, видать, хорошо, потому что могу поддержать сегодня на таком замечательном стриме, хоть пока и не большой суммой, так как все еще в поиске работы. Дамашка, спасибо, Димочка, спасибо за прохождение и вчерашнюю поддержку. Ну, надеюсь, Александрыча, она обретет свои плоды, и ты выложишь таки свои произведения нам на оценочку. А тебе спасибо большое за поддержку тоже. И шутишь, что ли? Малой суммой 150 рублей. Это овер до хрена. Спасибо тебе большое. Спасибо. Давай посмотрим. О, ты не в лучшей форме, малыш. Отлично. Ну, можно дергать вот так вот ручкой. Баловаться. Сколько посмотрим, душе угодно. Что с тобой не так. Но нам надо починить все. Никому он-то не показался уж очень милым. Не такой он все-таки. Пуня, нет, он такой, он хороший и милаха. Все, что связано с головой, было повреждено вот этими щупальцами. Ну, в некоторых вселенных. Я уж не знаю, как здесь будет все это раскрыто. Щупальцы ли будут виноваты, или может быть что-то еще. Но в целом он нормальный, хороший доктор, профессор. Так, результаты диагностики понятны. Вот она, самая спорная часть. Паршиво. Если бы я не опоздал на проверку, я бы заметил. То есть, понимаете, да? Мини-игры. Нам нужно довести управление. Соедините зеленый начальный элемент с оранжевым конечным элементом. Класс. Едва ли. Это не поворачивается. Супер. А выбрать? Так. Зашибись. И они все примитивные, вот такие вот. Вышло. Приблизительно. Головоломки. Ну, не то чтобы они ломки. Но головомойки те еще, да. Направим сервопривод.
Да, вот, похоже, это случилось. Походу, одно из DLC будет про Отто. Кстати, да, в течение... Через месяц, что ли, или... Короче, очень скоро мы с вами увидим еще и огромное количество DLC в натуре. Так что... Стрелочка, выход, вход. Ну, это, наверное, вот так вот. Да? Дойдет. Это вот так. Видите, тут еще и стрелочки важны. С какой стороны войдет, с какой стороны выйдет. А это плевать у нас, какая часть. Здесь вот так вот. Здесь тоже плевать на деле. И все, довели. Отлично. Это очень спорная херня на деле. Сейчас вы увидите, сколько их должно быть. Напряжение. Чтобы восстановить систему управления питанием, вам нужно соблюсти требования к заряду. Призрак ВК пишет, первый DLC будет про черную кошку. Тоже очень круто, я, кстати, не узнавал. Вот Понтифик тоже пишет, про женщину-кошку. Самое ближайшее дополнение вроде как. Ну, черную кошку имеете в виду. Да, это очень круто. Это очень круто, это классный персонаж. Так, чтобы восстановить систему управления питанием, вам нужно соблюсти требования к заряду. Это вообще Ева проходила. Некоторые элементы схемы дают положительный или отрицательный заряд. Ах, ты ж ядрен. Знаете, я не знаю, что делать-то. А, здесь отрицательный ставит. Здесь, типа, окей. Здесь плевать чего, да? Ага. Все, довели. Нет. Требую напряжения 3. А у нас 2. Так, окей, тогда подожди. Убрать можно. Здесь плюс 2 надо поставить просто. Вот в чем фишка. Закончили. Да, отлично. На каждом элементе еще и количество заряда, сколько он дает. Плюс 1, плюс 2. Понятно, минус 1. Так, все мы сделали, все подключили. Загрузка чертежа в эмулятор завершена. И посмотрим, что будет. Аля. Нужно теперь испытать протез. Как новенькая. О, она двигается хорошо. Теперь можно делать вот так. Док испытывал новые материалы для протеза. Он просил меня просмотреть работу, когда будет время. Оно пришло. Кстати, прям вот каких-то дико скрытных вещей вроде как и нету. То есть, есть вот, допустим... У нас есть все типы протезов, какие только бывают. Есть, допустим, вот такие вот материалы. Наш первый доброволец. Капрал Тексидор. Потерял руку в бою и сейчас хочет просто снова обнять дочку. Надо уточнить. Он, наверное, хочет все-таки обнять дочку двумя руками. Ой, блин. Ну, это жестко, наверное, но... В прожарке. Очень крутая шутка была. Типа... А, ладно, не буду, все. Ну, кто смотрит... Прожарку белого, посмотрите, в общем. Там на Док эту тему очень крутая много шутка. Великих открытий, но его заслуги всегда кто-то присваивал. Обычно Оскорб. В этот раз все будет по-другому. Угу. Конечно. Выпускной. Мы же, сука, в сказке живем. В колледже я был стажером у Дока. Он доказал мне, что в лабораторном халате я могу сделать для мира не меньше, чем в костюме паука. Даже больше. Вот говорят, жалко, что она только на PlayStation. А мне вот не жалко. Если бы она была не только на PlayStation, она бы не была бы такой. Она была бы не такой. Она была бы другой. Делали бы другие люди, делали бы с другими условиями. Здесь уже было, Отто. 3, 4. Это признак того, что работа движется. Из тепла неудач рождаются великие открытия. Оптимизм доктора Октавиуса непоколебим, как всегда. Если сейчас это просто хорошая игра в целом, не шедевр, там, бешеная, просто хорошая игра, при этом является она лучшей игрой по Спайдермену, на мой взгляд, на данный момент, среди вот как минимум ближайших соперников, так скажем, претендентов, то в случае, если бы она вышла на ПК, ну, это лотерея с гораздо большими переменами была бы. Мы пробуем улучшить наш новый протез. Я должен просмотреть исследование Дока и перепроверить его работу.
Так, ну вот смотрите, на этой странице вы можете работать над проектами схем. За завершение проектов вы получаете опыт и другие награды. По мере прохождения игры вы получите доступ к новым проектам схем. Видите, у нас есть, вот, допустим, пространственная карта. Недоступно, недоступно, недоступно. Вот это все открывается. Это то, что мы должны будем делать. А сейчас нам доступно вот это задание и то. Нам надо это выполнить, конечно же, обязательно выполним. Почему? Потому что за это дается опыт. Нам опыт что? Нам опыт важен. Делать это что? Делать легко. Все очень прозаично. Так, есть. Первая схемка готова. Здорово. Очень плавный отклик. Да, прям вообще восхитительно, кайфую. Так, угу. Я говорил, это очень сложная херня. О, сложная, спорная. Ну, вы поняли. Очень спорная. Отлично. Хорошо, что анимацию все смотреть нельзя. Не обязательно. Так-то лучше. По крайней мере, кости, пожимая руку, не сломает. А, ну все, у нас получается. Точность привода улучшена, минимальные усилия улучшены. Ну и вот еще 10 таких же. Окей? Окей. Плюс за некоторые из них даются жетончики. Это нам что нужно? Правильно. Для чего нужно, точнее? Для костюмчиков. Нам нужно 6 таких жетонов. Так что делать это мы будем. Так, я здесь не посмотрел, да, вроде бы? Бежать я не могу, так что простите, если кого-то томит этот геймплей. Знаете, вы не одиноки, меня он тоже коробит. Сегодня мы ждем комиссию по грантам. Все готово. Работа значительно продвинулась. Я никогда не думал, что мы доработаем пневмопривод до нужного сопротивления, но Паркер... Ай, в прикладных науках у парня просто феноменальный дар. Когда я уже хотел заказывать очередную деталь на заводе, он принес из хозяйственного магазина растворитель и зубную щетку. И раз, пневмопривод доработан. А, этот парень гений. В том числе и по части опозданий. Уже 10 минут. Где он ходит? Он же не мог забыть про визит комиссии. Простите, что подвел вас, док. Я надеюсь, это может являться оправданием. Очень сильно рассчитываю на это. Питер, еще раз спасибо за анализ данных. Взаимный контроль — залог великих успехов. Знаешь, когда мы готовились к предстоящей примерке, я услышал шепоток в голове. Неужели это и правда лучший протез конечности? Это глупо, но я все думаю, вдруг есть вариант получше. Не знаю, что. Шепоток — это всегда вариант классный. Да, у меня сейчас обезьяний разум. Это нормально. Обнаружено неизвестное вещество. Вот еще один. Материалом для протеза. Скучнейшая лабуда. Еще одна, просто отвратительнейшая. Ну что поделать, нам это тоже нужно делать. Вот если бы не вот эти части, прям не знаю, я балдел бы очень сильно. Но здесь очень все прозаично, да, и просто. Выставляем просто из элементов, которые есть слева, все сюда ставим. По полосочкам. Гидрогель — полимерный композит. Прочно, но сопротивление велико. Скажу доку, что стоит попробовать что-то еще. Ништяк. Посмотрел бы я на тебя в лифте с шепотком чужим. Пока я все окончательно не испортил. Дело в том, Дарамир, что лифт — это моя территория. И когда для кого-то шепоток чужой, для меня он родной. Так что мне не страшно быть в лифте. Такие пироги. О, простите, я думал, сейчас будет заставка.
А, мне кажется, она сейчас и будет. Просто типа загрузка, все дела. Да. Ах, нет. Нет, заставки нет. Лол. А ладно. Моя совсем другая работа. Человек-паук, это Юрий. А Фиск уже в Райкерс? Не в Райкерс. Наш парень заслужил наилучшие условия. Он на плоту. Ага, со Скорпионом, Электро и компанией. Фиск должен быть польщен. Такая компания. Можешь заглянуть в участок? У меня есть задание как раз для такого уникума, как ты. Для тебя, Юрий, что угодно. Уже в пути. Замечательно. Теперь у нас как бы открыт доступ к лаборатории. Можем прилетать сюда, когда захотим. Похоже, но... Джеймсон выпустил новый эпизод. Интересно, что мой главный фанат думает о победе над Фиском? Опять же, это все тоже нужно для того, чтобы решать эти головоломочки. Это Джим, Джон и Джеймсоном, где слушатели обсуждают происшествие с лауреатом Пулитцеровской премии дважды. Дважды лауреатом Пулитцеровской премии, бывшим редактором Daily Bugle. Эй, упомяни книгу. И, как всегда, если вы закажете книгу мистера Джеймсона «Человек-паук. Опасность или угроза» в течение суток после эфира, вы получите копию с бесплатным автографом. Без пожеланий. Не просите. Не получите. Джона. Добро пожаловать только по акциям Джона Джеймсона. Мы расскажем вам обо всех угрозах нашему городу. Перейдем к звонкам. Говорите. Вы это видите, да? Паук заслужил наше доверие за победу над Фиском. В смысле, бандит должен сидеть в тюрьме, правда? Серьезно? А вы скажите мне, кто? Полицейский? Прокурор? А может, признанный журналист с огромным опытом работы, как я? Нет, водопроводчик. О, прекрасно. Тогда чините мой сортир и заткнитесь. Я расскажу вам кое-что о криминальных боссах. Стоит арестовать одного, и каждый пацан с пушкой и золотой цепью на шее решает, что он тебе крестный отец. На улицах начнется война между бандами. По вашему паутиноголовому кретину не все равно? Ошибаетесь. Он телезвезда. И для него это главное. Зато я могу спокойно купить медную трубу без откатов. Так что пока да, война не его. Началась, я на его стороне. Посмотрим, как вы запоете, когда три новых бандита заставят вас платить втрое больше каждому. Или ноги вам переломают. Всего доброго! Однажды, Джона, однажды ты скажешь про меня что-то хорошее. Но я должен был по этой озвучке, я должен был лететь еще на паутине, понимаете? Башня Мстителей там где-то впереди. Окей. Ну вы видели эти полеты, они восхитительны. Это было прям очень круто. Но моменты с перелетом вот через трубу и прочее, это все, знаете, мы видели еще даже в Assassin's Creed 3. Он, я имею в виду, ассасин переходил сквозь дома, проходил именно таким же образом. То есть цеплялся за скрипт, срабатывал скрипт и работала анимация. Но выглядит это все равно очень гладенько, очень, очень пафосно, очень эффектно. И лучше, чтобы такие моменты были, чем когда их нет. Ты бросила курить. Что теперь говоришь людям, когда идешь сюда? Что хочу отдохнуть от их дерьма. Понятно. Так, зачем ты звонила? Не с кем пойти на полицейский бал? А у тебя есть смокинг? В этом году бала не будет. Слишком много потратили на систему наблюдения Оскорб. Оно же того стоило? Ну да. Еще час назад. Но система упала. Весь город. Все вышки. Как? Говорят, кто-то поломал главный сервер, и все вышки отключились. Что, свои? Возможно. Потом с этим разберусь. Сейчас нужно снова подключить все вышки. И быстро. И ты позвонила мне? О, как мило. Я позвонила, кому доверяю. Плюс на линии помехи, и мы не знаем, что делать. Обожаю сложности. Сломаешь, заплатишь. Я думал, ты мне доверяешь. Да. Проверю-ка я эту вышку. Ким Шейн спрашивает, вебку убираешь для атмосферы? Ну, чтобы не мешал во время заставок, катсцен. Они, я думаю, важны и гораздо важнее видеть их, чем мой хлебач. Я уж как-нибудь выражу свое мнение по поводу каких-то важных моментов чуть позже. Не обязательно видеть или или вот этого вот на моем лице в момент, когда что-то дерзкое и резкое происходит. Просто я потом включу камеру и скажу: было не страшно.
Я сидел в трусах. В трусах сухах. В сухих трусах и сижу в них дальше. Да. С юмором у меня сегодня очень плохо. Потому что что? 4 часа, да, я только этим буду это объяснять. Так, ребят, на вот этом моменте заканчиваются минусы этой игры. Давайте перечитаем. Значит, мертвый город. Ну, в плане того, что там делать нехер вниз, когда спускаешься. Ну, нехер делать абсолютно. Типа, только ходить и давать пятюни людям, все. Мертвый город. Тупые головоломки для детишек, наверное, детского садика. Даже не школы. И вышки. Сраные вышки. Все. Дальше минусов нет. Ну, насколько я заметил. Дальше только крутота. Разные частоты смещены. Изящно. Изи вышки. Кстати, эти вышки. Наша вышка снова заработала. Ты помог? Ну, я ж не только симпатяга. То, что ты сделал, это можно повторить с другими вышками? Ага, но знаешь, что для починки мне пришлось залезть в ее программу. Я теперь тоже получаю все отчеты. Похоже, тут неподалеку сейчас кража со взломом. Ясно, хорошо, что там наш отряд. Не утруждайтесь, я займусь. А вышки, помимо всего прочего, еще и... Wait a minute. Был патч, что ли? Постой, day one патч только завтра. Фоторежим, видимо, решили раньше добавить. Йоу, ребят, го передадим привет. Да, го передадим привет в Твиттер. В Твиттер. Так, фоторежимчик. Обезьяна во мне просыпается. Так, ну-ка. Мне даже ничего не надо, по-моему. Хотя можно наклеечку какую-нибудь. Я не знал. А что мне здесь... Блин, это классная. Классная тема. Вот, давай сюда куда-нибудь. Леш, можно... Тебя можно повернуть? Нет? Нет? Не-н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 е. А, закрыть. Не-не-не-не-не-не. А, выбрать. Не-не-не-не-не-не-не. Скрыть фоторежим. А, во. Фоторежим. Угол обзора тип. Тип чего? Ясно? Фильм о войне, ретро, паучий хром. Не, мне не нужен никакой эффект. Тип камеры. Угол обзора. А, давай, подожди. Давайте-ка я уберу режим наклеечку, очистить слой, скрыть интерфейс и зашарим это в Твиттер. Это, по-моему, очень круто. Нравится такая тема. Я думал, фоторежим завтра только добавится, но оказывается нет. Так. Дружелюбный сосед полетел, да? Отлично. Все, ищите фоточку в Твиттере. Да? Так, о чем я еще хотел сказать? Вышки. Вышки отмечают все коллектаблс. Сережа Бородатый Бро спрашивал, какие коллектаблс есть еще, помимо костюмов. Есть разное, и это все отмечается с помощью вышечек. Прикрывай.
А вот и я. Теперь уверен, что они не забыли ключи. Противники с холодным оружием способны блокировать большинство атак, но уязвимы для подбрасывания воздух, паутины и бросков предметов. Ну, давай. Да вы охренели? Как он дерется со всеми сразу? А как ты дерешься со всеми сразу? Черт. Хорошо. Вы видите, да, как тяжело по здоровью? Очень тяжело. Все, готово. Спасибо. Еще недалеко от тебя разбойное нападение. Везучий это, Юрий. Твой любимый, грубый, но милый опытный детектив готов к бою. Чего? Нет, 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 ты обещал, что больше не... Коп-паук. Нет, не надо. Коп-паук спешит на помощь. Вова говорит, с этого момента уже я играл. Да, это правда. Дальше уже я не играл. Так что все остальное уже свежие впечатления для нас всех, ребят. Так это ты, стукач. Отвали, урод. Точняк, это она. Я сказала, отвали! Отстаньте от меня! Драмир спрашивает, комиксы тут тоже... Точнее, тут опять на ветру комиксы летают? Нет, тут летают голуби. Голубей надо ловить. Громилу очень сложно ранить в рукопашной, чтобы заставить его раскрыться, используя паутину и броски предметов. Не вопрос. Даже не думаю повторять этот... Да и треть. Видели? Я нажал добивание в воздухе. Братан, 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 тише. Сам напросился. Серьезно? Вот представь, как тебя оттуда снимать будут. Здрасте. Хотели спрятаться, я вам не помощник в этом. Она умрет. Отпусти! А, левым стиком R1, о боже, как это сложно. На, сделали. Иди сюда. Сложно, нет? Эффектно? Очень. И это круто. Вся игра про эффективность и эффектность. Все в порядке. Я знала, что Джеймсону нельзя верить. Ты немного странный, но с добрым сердцем. Вас куда-нибудь проводить? Я сама справлюсь. Не сомневаюсь, но имейте в виду, есть такое место, центр пир. Видела. Мне не нужны подачки. Там лучшие оладьи в городе. Уверяю. Мама когда-то пекла оладьи. Я не пробовала их. Уже давно. Я зайду туда. Спасибо, парень-паук. Парень-паук. А, человек. Паук. А. Оттуда можно разглядеть следующую вышку. Ну, значит, надо подниматься. Чтобы побежать по стене, отклоните левый стик в сторону, затем нажмите R2. Ну, это, кстати, правда, не только про стену, можно просто бежать вперед с помощью R2. Можно вот так вот залететь на эту самую на вершину, стену. Паук разглядел свою цель. Можно просто держать R2, не нажимать. Просто держать ее нон-стопом и лететь, и все. Нет, конечно нет. Одной кнопкой движения происходит. Никогда не понимала копа-паука. По большей степени. Считала его диким зверем. Я уже жалею. Давай расшифровку начинать. Вышки не только на преступления. Если вы думаете, что он школьник, ни хрена. 8 лет уже прошло, как он... Человек-паук. В этом мире он уже 8 лет как герой.
Боже, я бы первые часа два просто бы ходил и летал по городу, Ксандарчик теперь говорит. Ну, так я так и сделал. Радиочастоты. Просто это же не первые уже два часа. Тут что-то есть. Что же это? Так. Ну давай, R3 нажимаем. Кстати, погодите, а карта вот она. То есть мы открываемся, и вот, видим, допустим, рюкзачки. Вот это тоже коллектаблс. В рюкзачках разные вещи Человека-паука. Вот это все карта, которая будет открываться впоследствии. То есть вот эта часть города, восточное побережье, западное побережье, не открывается. Центральный остров, да. В рюкзачках разнообразные вещи Человека-паука. Проект сигнал РДР, вон они. Которые раскрывают то, чем его жизнь и жизнь города была полна в эти 8 лет как раз таки. То есть нас не оставляют просто с мыслью о том, что, ну, 8 лет он геройствовал. Нет, нам также будут показывать, как он геройствовал. И это все завязано на коллектаблс. Это, по-моему, тоже очень круто. Вуаля. Вот, допустим, о-о-о! Ностальгия паучка. Это же мой школьный рюкзак. Я забыл, что цеплял на них маячки. Интересно, сколько таких по всему городу? Да до хрена, но вы видите. Ищите рюкзаки, чтобы получать жетоны рюкзаков, которые можно тратить на изготовление более качественного снаряжения. Мы их все с вами соберем. Так, вот допустим, здесь 6 рюкзачков. Я готов полетать, а вы? По-моему, это очень важно. Так, вот, смотрите. Минус нашего первого свидания с МДЖ. Я не смог позволить себе место поприличней. Впрочем, ей понравилось. Флорито. Флорито Астерия. Он скоммуниздил меню, вы понимаете? Он скоммуниздил меню. Ой, паучок. Ну это круто, полетели. Недалеко от тебя ограбление. Коп-паук в деле. Он и человек, и паук, но главное коп. Главное коп. Так, тут чего? Раненое плечо в итоге зажило. Счет пришлось оплачивать дольше. 2368 долларов. Это с учетом того, что сработала где-то там комиссия. Да, получается? Ой, страховка. Потому что это счет с больницы Святого Мартина. С госпиталя Святого Мартина. Такие пироги. Так. Давай-ка пойдем сюда. Вооруженное ограбление. Это важнее. Кстати, он счет прикрепил именно... именно к больничке. А вот и мы. Какое-то ограбление важнее лута, но нет. Ну да. Эй, парни! Да! Человек-паук, стреляй! Не. Нет, я сказал. Там же люди, дурачок. Красиво, более чем. Кто-то еще едет? Еще? Будь вы так усердны на нормальной работе, не пришлось бы становиться преступниками. Машину-то я вам подгадил. А потом окажется, что это... что это ворованная, да? Надеюсь, что нет. Жетон преступлений получен. Отлично. Ну, с остальным все, так, полицейские Юрий, разберутся. Сейчас починю последнюю вышку в Чайна-тауне. Ты не хотел сказать, коп-паук ее починит? Я тут подумал, Юрий. Служба закону — удел молодых. А коп-паук, он уже слишком стар для этого. Надеюсь, все идет туда, куда я думаю. С сегодняшнего дня коп-паук в отставке. О, слава богу. За это надо выпить.
Мы все пьем сегодня, Юри. Память о копе-пауке безвременно... Юри? Юри, ты тут? Наверное, не выдержала эмоциональности момента. Паук, это, конечно, здорово, но у нас есть свой супергерой-человек. Синяк. Да, maybe. Люди уже схватили... Блин, как город круто выглядит, да? Люди уже схватили картинку с Твиттера для рабочего стола. Просили еще. Мне нравится вот сам этот момент. Во-первых. Сфотографирование. Во-вторых, мне нравится вот этот пейзаж. С охренительным количеством домов. Такой футуристичный получается он. Во. Так что ловите на рабочий стол вторую картинку. Потом, наверное, тоже что-нибудь заберу. Бляха, только это тупо. Блин. Я забыл убрать интерфейс. Твиттер. Ты где? Иди сюда. Так, удаляем твит. Давай, снимок. Снимок. Все, отлетело. Твиттер у меня помодрилка. Так что заходите, хватайте, цепляйте. Если интересно, если нужно, конечно. Фух. Я еще хотел. Я хотел за вот этим вот сгонять сначала, да? Ле. А потом уже с третьей вышки разобраться. Кстати, я могу забывать какие-то мысли, которые я начинаю говорить. Подсказывайте мне, пожалуйста, когда такое происходит. Здесь легко очень отвлечься. Эй! Ладно. Ну ладно, подожди, я все-таки хочу красиво как-нибудь туда запрыгнуть. Или не имеет смысла? Окей. Окей. Сделают некрасиво. VIP-пропуск Гарри в ночной клуб. Гарри вечно пытался провести меня. Гарри Осборна мы, кстати, тут не увидим. Что очень странно. Но это, по крайней мере, тут объяснено. Да, я очень много спойлеров нахватался. Ну, это как бы нормально. Я, играя в это, вообще бы мысли выражать не мог, фрикадельки говорят. Ну да. Не, ну привыкаешь к хорошему очень быстро. Правда жизни. Очень быстро. Пошла расшифровочка. Ништяк. Понимаете, да? Нам эти вышки просто, ну, никак от них не избавиться. Нам их придется активировать. Давайте рекламку включу, пока. Плохо. Нельзя, чтобы три волоска на моей груди попали на камеры.
есть. А, вот, кстати, ответ. Инструменты для ремонта костюма в лаборатории. Интересно, доктор Октавиус уже ушел? Вот ответ на вопрос человека из чата. К сожалению, я не запомнил, кто это спросил. Он задал доктор, буквально следующее. Комфортно ли человеку-пауку в таком костюме порванном? Вовсе нет, Питер. Они просто боятся величия нашего грядущего триумфа. Они успокоятся, вот увидишь. Мне прибраться в лаборатории? Нет-нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим завтра. Отдохнем и продолжим творить будущее. Вы видите просто вот эту красоту? Вы видите эти его каменные джунгли? Его оптимизм на развес бы продавать. Похоже, до завтра он не появится. Можно заняться костюмом. Я один считаю это мега охерительным. Посмотри просто на этот город. Просто чудеса, да и только. А, круто, оптимист это классно, но мы с вами собираем жетончики. Жетончики! Подозрение на продажу наркотиков. Да и дрить. Происшествие в Датчтауне, прием. Это где? Окей, жетончики подождут. Тачдаун, я лечу. А ну сюда идите. Ой-ой-ой. Привет, парни. Сейчас, в отпуске. Я, кажется, кому-то бабки слил. Наркотики, пожалуй, худшие из всех преступлений. В первой пятерке. Или в первой с конца, я запутался. В Чайнатауне это единственное, первое, точнее, из пяти преступлений. Что мы будем делать дальше? Полетим, конечно же, за портфельчиком. Копы должны меня обожать. Анонимное СМС, быстрый арест, бум, и дело в шляпе. Привет. Тише, 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 тише. Пытался создать прототип паутины в Оскорб, когда Гарри там стажировался. Не вышло. А вот такими маленькими темами раскрывается нынешняя вселенная, да? Показывают, как паутина у паучка идет, откуда она идет, кто ее делает, если, он от, если она искусственная. Вот. В данном случае рассказали, что делает ее сам Питер в этой вселенной. Ух ты, вы все потеряли ключи? О, смотри. Блин, он выжил. О, видели? Он присобачился. То, о чем я говорил. Он сейчас тоже присобачится. Сейчас красота. В тюрьму. Да и вообще. У меня плохие новости. Там тоже замки на дверях. Нет, этот юмор для меня. Он такой легкий. Не сильно легкий. Как раз для меня. Дима вроде обычно по 4. Да, так точно. Обычно, не прошка. Это обычно. Ну и в принципе, мне хватает того, что она выдает. У меня не 4К. Мне норм. Подозреваемый уходит на машине. Сейчас, мягкий подождите. Паучок!
Мне прислали пробный экземпляр на утверждение. Обидно, но если я не раскрою свою личность, мне не заплатят. Сейчас прошка ведь по 30к где-то стоит. 20 там с лишним, да. Если я не раскрою личность, мне не заплатят. Ну, это такая подводка. Слушайте, преступление. Чайнатаун, Чайнатаун. А где преступление-то было? Мы слышим радиопередачи. А где они? Я, если честно, нигде их не вижу. Подозреваемый уходит на машине. Вот я услышал. А откуда он уходит? На карте мы ничего не видели. Блин, а это восхитительно здесь перемещаться по городу. Очень круто. Привет. Я поймал улетевший шарик этого мальчишки, а он сделал мне это. Такие вещи помогают мне не останавливаться. Бородатый говорит, у нас в Ярославле под заказ PS4 Pro Limited Edition с пауком стоит 37 тысяч. Блин, это, наверное, круто. Но у меня тоже Limited Edition, только с Uncharted и, к сожалению, обычная версия с Uncharted 4. Но выглядит круто. Я ему ее показывал. Так, нам известно куда. Но по пути мы, конечно же, заскочим еще и вышечку наладить. Ну вот опять. Внимание, срочно к Union Square. Сейчас, я думаю, вышку активируем. Нет, не эту. Вот эту. И будем сразу видеть все. Есть контакт. Ну-ка, покажи нам. Вот, вот. Здесь три вышки. Есть сразу и проблемка рядом. Отлично, побежали. Где-то рядом. А, вот составка вот эта вот не нужна абсолютно. Типа, зачем? А, ну можно пропустить, сори. Здрасте. Выключаю. Я его сразу вырубил, нихера себе. Он скажет, что подписка, сейчас я прочитаю обязательно. Закончу с этими ребятами. Дичь, он еще и приклеился. Каждый уличный гопник мнит себя вторым. Ну да, они тоже сядут в тюрьму. Охренеть. Мистер Фазио дарит подписку уровня 1 пользователю Фрикаделька. Спасибо большое, Фазио. Спасибо тебе большое. Это 252-й саппоинт. Это вообще очень круто. До 300. Нам 48 саппоинтов нужно. Это, конечно, выглядит очень дохрена. Но благодаря вам мы чуть-чуть к этой цифре приходим. Смотри, а можно с вами сфотографироваться? Кто-нибудь хочет? Эй, привет! Рядом рюкзак в паутине. Лучше забери его. Ха, это работа для паучка. Помог мне. Простите, простите. Без виска можем дышать полной грудью, говорит. Вы разве не чувствуете, что бандитов стало больше? Ну, вообще, типа с ними тоже разберемся. Стой, погоди. Кстати, знаете что, видели, да, рюкзак? Смотрите. В окошке можно заглядывать. Да, они абсолютно условные, но это круче, чем 2D-шные условности. Это 3D-шные условности для такого-то большого города. И они с разным интерьером. Мой страх высоты не пропал с обретением сил. Пришлось карабкаться на небоскреб, чтобы преодолеть его. Видите? Раскрывается как персонаж. Показывает, что Стэн на самом деле боялся. Даже после того, как обрел суперспособности.
Так что он перебарывал, переступал через себя, чтобы стать тем, кем он является. Это хорошо. Вот. И фотка, фотка на деле из нашего оповещения о стриме. У нас, между тем, четвертый уровень. Я что-то провафлил этот момент. Четвертый уровень — это очень круто. Я бы хотел быстрый прыжок себе добавить. Так что давай прокачку делаем в паутинную прощу. Уходим, точнее, в быстрый прыжок, да? Воздушный ас, чё? Но и дополнительный урон приносит больше концентрации. Вот, кстати, наверное, для моего... для моего уровня сложности вот это вот будет лучше. Воздушная акробатика. Держите треугольник и кружок и отклоняйте левый стик, чтобы выполнять различные трюки, приносящие дополнительный опыт и концентрацию. А, ребят, но это важнее. Но это же я. Смотри, что можем. Сейчас, подожди. Я еще этим не пользовался. Это же вообще топ. Погоди. Ну-ка. Сейчас. Ща. Оу. Класс. Уу. А, класс. Но я не мог это не вкачать. Абсолютно бесполезная трата очков, скажете вы. Бейджик Аскор. А я должен был быть вообще второго уровня. Обещали хорошо платить, но доктор Октавиус переманил меня оттуда. Я должен был быть вообще второго уровня по миссиечкам. А я вон четвертый уже. Так что все ништяк. Можем себе позволить. Сальтуха. О, это класс, по-моему. Класс. Да, так гораздо интереснее. Способность выпендриваться, это круто. Как бы да. Как бы да. А. Интересно, есть окна, в которых есть кто-то или что-то? Может, отсылки какие-то? Не знаю, может быть и есть. Так, ладно, можно пропускать. Ну-ка. Я знаю, это как бы тупо, наверное. Ну, по-моему, это просто красиво. По-моему, это просто красиво. Так что я добавлю это еще. Простите меня за эти паузы, я не могу ничего поделать. Давайте так, на рабочий стол НРС я буду ставить. НРС 2, вот так, чтобы долго здесь не останавливаться. Особенно красоту нагоняет освещение и вот это вот джунгли каменная, которая внизу. Привет. Я не хотел ничего покупать. Привет, парни. А у вас рецепты на это имеются? У них еще, знаете, чего нету? Они уходят. Нужно догнать. В смысле уходят, слышишь? До тюрьмы подбросишь? Просто так. Пока.
А ну стоять! А ну стоять, я сказал! Уходит, ё-моё, ни хрена себе! Не успел, не успел на квадрате, типа, поэтому потерял наркотики, здоровье. Наркотики, пожалуй, худшее из всех преступлений. В первой пятерке. Или в первой с конца, я запутался. Это круто. Что, больно? Я помню Форзу, так что это норм. Да. Ничего, полиция вас от меня защитит. Думаешь? О, кстати, смотри. Противников можно найти и внизу. Видели? Привет от мистера Фиска! Привет от мистера Фиска. Вы действительно думаете, что сейчас вот полижете этому ублюдку жопу? И вам это зачтется? Привет. А это тебе привет от меня. Надо быть поаккуратнее с моими поклонниками. Подхилялись. За счет концентрации. Всем постам. Произошла авария. Люди не могут выбраться. Происшествие в районе Union Square. Подтвердите. А, круто, спасибо. Прости. Меня ждет рюкзачок. Перепонки из паутины. Думал, что смогу парить на них, но они так и не заработали. Осмотрелись круто. Это, да вы понимаете, да? Между рукой и туловищем ставил эти перепоночки, чтобы парить. И есть такие костюмы, есть такие вселенные Человека-паучка с таким костюмом. Но здесь вот они объясняют отсутствие подобной возможности тем, что в этом мире это невозможно. Типа, что он думал об этом, что он поставил их, но увы и ах. Это ж круто, что все это объясняется. Типа, на каждый такой вопрос найдется здесь ответ. Это, по-моему, вообще топово. Тысяча извинений. Да, блин. Полеты на паутине ускоряют доставку пиццы. Получайте ее быстро и одним комочком. О том, что он работал как раз-таки. Так, доставщиком, курьером пиццы. Окей, подожди, здесь есть такая херня, как коллекции, ясно, тесты. Тесты что нам дают? Прыжок из точки не менее 500 раз. Ага, понятно. Преодолеть 10 тысяч метров в пикировании. Навыки. Карта. Список приемов персонажи. Нужно прочитать про них. 200 метров. Пипец. Капитан полиции Нью-Йорка. Лучший напарник. Док. Род занятий. Индустрис. Так, псевдоним Кингпин. Псевдоним, дружелюбный сосед, Человек-паук, паутиноголовый, паутинник, тигр. Тест, коллекции, задания, навыки. Я думаю, да, нам пока ничего не доступно. Окей. Классные отсылки. Да. Всем машинам, незаконный отряд. Костюм уже пообтерся. Можно залатать его в лаборатории. Да, мы туда идем. Просто как бы чуть по чуть зачищаем еще и райончик. Так и будем проходить. Мне нравится такое. И не спешим. И охватываем максимум возможности. Плюс сколько всего нового, да, мы увидим, прокачавшие за счет своих отступлений. На английском фраза была. Блин, я все нажимаю Options, чтобы открыть карту, но она же открывается не на Options. О, здрасте. А, это еще один полицейский участок, да? Бутоньерка с выпускного. Сломалась в драке с Фиском. Символ моей удачливости в отношениях.
Есть бои в воздухе, как в Web of Shadow. Еще не знаю, не сталкивался. Только в QuickTime ивентах. Тигр, топ-отсылка. Я вот не понял эту отсылку. Расскажи, Вадлон Вольф, пожалуйста. Всем машинам, возможное похищение. Немедленно выезжает из Челси, прием. Нью-Йорк шумный. Но моя маска может выделить сдавленные звуки. Звуки, связанные с жертвой похищения. Серьезно? Спокойно. Привет. Я думал, что мне пришел конец. Спасибо тебе. Человек-пауку 2 отсылка. Не отсылка, а прозвище, которым его МДЖ называю. Значит так. Еще очень круто то, что когда толкаешь одного персонажа в другого, тот отлетает. Это, по-моему, очень здорово. Дополнительные цели — бросить 3 предмета во врагов. Не каждый день находишь парня в багажнике. Ну, если ты не Человек-паук. В конце фильма она говорит: задаем тигра. А, я вот этого не помню. Мэри Джейн назвала Питера тигром. Это было как в первых комиксах, так и в мультфильме 90-х. Они когда впервые встретились, она его так называла. Я понял, ну это очень круто. Чего на английском-то базарите? Это, наверное, справится. Понял, спасибо большое. За разъяснение. Этого я не знал. Так. Пришло время воспользоваться просто лестницей. Почему нет? Привет. Ну, конечно. Так. Эй, первые эти. Первая версия моих эжекторов. С тех пор я значительно увеличил количество зарядов, но принцип все тот же. Как выглядели первые эжекторы, которые паутинку выбрасывают? Класс. Кстати, уже овер до хера жетонов-то хватали. Скоро сможем костюмчики забрать. Привет. Джентльмены, боюсь, я вынужден просить вас уйти. Да бляха, что-то я это. Чё-то. Серьезно, я умер. Охренеть. Ты очень плохо. Я думал, я увернулся. Но нет. Эжекторы — это умное слово. Веб-шутер уже. Блин, и все, и она как бы слетела. Срок как следует помыть. Там твиттеры всякие. А если я здесь типа полетаю, не появится или нет? Первая смерть, да. Но она должна была быть раньше, если быть честным. Правильно говоря. Потому что на деле на этом уровне сложности я умирал очень много от кингпина на старте. Так, ну ладно. Давайте поменяем костюм, потом с Софьей остальным разберемся. Окей. Первая смерть. Не без этого. Не без этого. Чего нет?
А, думал, опять же, заставочка будет какая-то. А, так, давайте на этом запись для YouTube первой серии закончим. Спасибо большое YouTube за то, что смотрел. Помни, что дальше круче, и приходи к нам на стримы. Пока.